Привет из Красной Армии. Здравствуйте, дорогие мамочка и любимые мои сестренки Лидочка и Марусенька. Свободную минуту времени решил написать вам небольшое письмо. Сообщаю, что я нахожусь на фронте. Гоним финнов. И уже 70 километров прошли по нашей земле. Мама, пишу, аж снаряды рвутся, писать некогда, скоро идем в бой. Привет всем родным и знакомым. А пока до свидания. Привет, целую всех вас крепко. Ваш сын Игорь, Финляндия, 20 июня 1944 год.